карт нашего вечера открывает бой в полулегком весе. В синий угол октагона приглашается боец из России. Гаджи Бахтиев! Ну а мы продолжаем. У нас Гаджи Махдиев, боец с рекордом одну победу, одно поражение. Сегодня, конечно, он пришел за тем, чтобы улучшить свой рекорд, как и любой боец, который выходит сегодня в клетку. Я уверен, все приходят за одним. Ну а что получается, то получается. По крайней мере, вот на сейчас бои были очень быстрые, те, которые уже свершились. И, как ни странно, при этом достаточно конкурентные и интересные. Было интересно, даже 4 секунды было интересно посмотреть, потому что уж больно был хороший нокаут, который наверняка кажется в списке самых лучших нокаутов, по крайней мере, самых быстрых нокаутов этого года. Посмотрим, проголосуют ли за него наши зрители. Так, один боец уже в клетке. Ждем второго. В красный угол второго приглашается его соперник из Узбекистана. Алишер Асамов! Алишер Асамов из Узбекистана. Хорошо известный там клуб «Чувств». Закиржон Хашимов в его углу. Ребят, как правило, готовы хорошо. Иногда бывают, скажем так, просадка по выносливости. Но такое бывает у многих людей, поэтому... Принципе... Боец зрелый, так чувствуется ему, что он не только со школьной скамьи, но при этом у него одна победа. У него нулевой по поражениям рекорд, но победа тоже только одна. Вот посмотрим, насколько он настроен на продолжение профессиональной карьеры, насколько он хочет сохранить ноль в графе поражения, насколько он хочет получить... вторую победу именно сегодня. Вот. Но человек чувствуется опытный. Наверняка это тот самый случай, о котором до этого говорил Федор, когда у бойца может быть 20 боев любительских, различных, или просто боев, которые не внесены. Да, я даже больше скажу. Вот, в главном бою нашего сегодняшнего вечера будет встречаться Бахтавар Юсов, его оппонент, у которого рекорд официальный 2-0. Он многократный чемпион Кыргызстана по ММА. Он участвовал в огромном количестве боев по ММА, в любительских как бы. Так что там опыт такой, что и грань между профессиональными и любительскими боями на самом деле достаточно тонкая иногда. Иногда достаточно тонкая. Но это... она достаточно понятная. Профессиональная все-таки другая мотивация. Ну, другая мотивация, это может быть иногда другая амуниция. А в данном случае там бывает, что это все смешивается. Ну, посмотрим. Кстати говоря, я приношу извинения, Закиржона не вижу в углу. Это, наверное, представитель другого клуба. Просто Закиржон в следующем бою, по-моему, выводит своего оппонента или через бой. Ему 26 лет, рост 180 сантиметров, вес 64,8 килограмма. Представляет клуб Young Kingisepp, чемпион первенства Краснодарского края по K-1. Его профессиональный рекорд – 2 боя, 1 победа при 1 поражении. Его соперник, боец в красном углу, его 28 лет, рост 176 сантиметров, вес 64,6 килограмма, из Узбекистана, представляет бойцовский клуб «Капитан Санкт-Петербург». Рекорд на профессиональном ринге провел 1 бой, в котором одержал победу Алишер Асамов! Ну вот, будем бойцам. Олег Кучеренко. Только успехов. Поддерживаю полностью и... Хотя останется только один. Да, это фактически так. Да, так и бывает. Но так... слава богу, что не как-то в средневековых дуэлях. Вот ну, слава богу, просто, что да. Дай бог все выживут, да. И все пойдут дальше. За будущими победами. Потому что, как мы говорили, к
кто-то получает победу, кто-то получает опыт, выигрывают оба. Абсолютно верно. Готов? Бой! Так, также в левше Гаджи работает. Ну. Хороший лукик. Ну, пока бойцы присматриваются тоже друг к другу. Сразу резко не кидаются в тесную работу. Пока работают на дальней дистанции. Ну, ребята такие серьезные. Хороший лоу-кик по колену, здорово попал по внутреннему лоу-кик. И, видимо, мне показалось, даже немножко захромал Гаджи. Да, ему был немножко, он приступил ногами. Вот еще раз убирает, прям видно, что ему больно от удара. Видимо, наверное, попал куда-то в коленку. Ну, вот сейчас, по крайней мере, в нужное, попал, в нужное какое-то место, потому что прям передняя нога, конечно же, для левши важный очень момент, да и вообще, в любом случае, для передвижения очень важный момент. И то, что если будет травма ноги, то это будет, конечно, тяжеловато. Ой, хорошо, попадает, навстречу попадает, мощно очень Алишер, и здорово, здорово сейчас Гаджи. Гаджи спасается сейчас хорошим подхватом, спасается, пытается сейчас зацепиться, спасается буквально Гаджи Махдиев, сейчас уже прижал Алишера к сетке и здорово переводит своего соперника на канвас. Да, но при этом позиция не такая, чтобы выигрышная. Пытается сразу подняться Алишер, очень здорово он попал навстречу и хочет, конечно, доиграть эпизод до конца. Но сейчас очень неопределенная ситуация, непонятно, кто сейчас ведет бой. Скажем так, оба бойца пытаются активно действовать. И посмотрим, чем же все это закончится. Очень часто и много Алишер хватается за сетку. Это неправильно. Это все приведет к штрафным баллам, замечаниям. Ну, Гаджи пытается перевести. Но пока у него не получается. Алишер снова пытается держаться за сетку. Так можно. Очень опасно идет работа у сетки. Вот я даже, пользуясь возможностью, побежал, посмотрел с той стороны, насколько это опасно. Действительно, хорошо сейчас Гаджи вцепился в своего оппонента и просто, ну, действительно, не знаю, так... Он пытается перевести, его задача перевести, да, их... наносить удар ногами, но все-таки сделать зацепы, перевести на канвас, как я понимаю. Наверное, ему более привычна все-таки борьба. Освободился от захвата Асамов и сейчас вернулись бойцы в стойку. Посмотрим, сможет ли он отыграть ситуацию до конца. Ну, по-моему, Асамов очень нацелен. Он выискивает слабые места в защите. Но обратите внимание, стойку поменял как раз Гаджи. Потом, видимо, все-таки сильно попал ему по передней ноге несколько раз Алишер. Ну, наверное, из тех бойцов, которые пытаются сделать позицию неудобным для оппонента, поэтому он меняет стойки. Ну, гематома на правой ноге прям видно, у него очень серьезная у Гаджи. Прям под коленом, ровно прям под коленом. Да, да. Я думаю, что да. Прям очень неприятно попал, наверное, и действительно тяжело сейчас. Да, для него притяжение затруднено. Вот. Асамов все так же пытается бить по больной уже ноге. Ну, тут, наверное, тяжело осуждать, потому что... А зачем осуждать? Собственно говоря, это тактика. Да, тактика, да, абсолютно верно. Каждый пытается отыграть ситуацию, как он может. Но бойцы, тем не менее, пытаются найти слабые места, пока они еще... Ой, хорошо, сейчас зарубили стовы, Аша. Но Махдиев отлично перехватил инициативу и перевел своего оппонента. Здорово переводит сейчас. Но хорошо защищается. Хорошо Асамов защищается. И получается у него действительно достаточно четко ситуацию отыграть. Посмотрим, кто же в конце концов сможет извлечь выгоду из этой позиции. Сейчас пока не очевидно.
И Асамов явно не собирается оставаться на канвасе. Вот он устал. Поднимается Алишер снова. Ну, а пока у нас заканчивается раунд. Да, первый раунд завершен. Очень первые мощный, напряженный. Первые пять минут пролетели, да, буквально. Да. Кстати говоря, это первый бой, который у нас вышел во второй раунд. Противостояние, ну, действительно... На сегодняшнем событии. Да, естественно. И бойцы видно, что действительно уровень бойцов вот тут ровно. Вот он... Вот, выверен. Тот, который нужен, да. Тот, да, который нужен. То есть, как бы, есть какие-то сильные стороны для одного человека, есть сильные стороны для второго. И каждый из них свои сильные стороны использует. И в какой-то момент ситуацию... берет под свой контроль, скажем так. Ну, и мы видим на повторах, что действительно бойцы используют малейшие промахи друг друга, подхватывают и пытаются максимально извлечь выгоду. Вот, поэтому посмотрим, что же будет во втором раунде. Напоминаю, наша формула – это 3 раунда по 5 минут, если не будет досрочного завершения. Итак, второй раунд. Все готово. Второй раунд. Сразу сходу начинается голкик Гаджи Махдиев. Очень мощно так с разбега ударил, как по футбольному мячу. Но Алишер на готове и не собирается отступать. Теперь сам пытается также нанести удары, но... Ну, Гаджи убирает ноги. Видимо... В этом бою точно это для него чувствительное место, скажем так. О, и при здорово, этом в очередной раз переводит на канвас. Переводит Гаджи, да. Алишер, кстати говоря, его... Алишер опять продолжает выходить из этой ситуации. Он не остается просто так лежать. Он активно защищается. И сейчас неожиданно... Нет, на гильотину, наверное... Он пытается сделать гильотину, но неужели... Нет, все-таки освобождается, по-моему, Гаджи. Есть время для... Гаджи часто залезает под мышку самого оппонента. Нет, вытаскивает голову Гаджи вроде бы. И Алишер в этой ситуации пытается использовать максимально, извлечь выгоду для себя. При этом рука, конечно, очень напрягается, сейчас у него затекает. Ну, Асамов, в принципе, хорошо выступил в августе на ММА-серии. Он в Санкт-Петербурге у нас и выиграл свой поединок. Соответственно, он хочет, естественно, продолжить это, свою победную серию. Но я думаю, что сейчас, в данном случае, да, показывает как раз Гаджи, что все четко. То есть он терпит, не засыпает, как говорится. Он даже там... пытается атаковать. Ну, зря, конечно, сейчас, мне кажется, уже правую руку тянет. И правую, и левую. Пытается по-разному с двух сторон. Подсказывает ему из угла, что продолжать тянуть гильотину, но зря. Вот он зря выходит. И сейчас, конечно, очень сильно устал при этом еще. Да. Алишер быстро встает. Поднимается Асамов и сейчас продолжается. Но при этом гораздо быстрее двигаются сейчас соперники, чем это было в начале даже этого раунда. Публика тоже завелась. Все немногочисленная публика, которые позволили оказаться быть в этом зале. Да, да, да. Все, скажем так, друзья, видимо, бойцов по спортзалу пришли сюда и пытаются поддерживать их. Ну да, я напоминаю, что мы делаем специальные съемки программ, которые показывают наша ММА-серия. То есть... Так, ну что ж, немножко бойцы после вот этого затяжного нахождения в партере чуть, видимо, решили передохнуть. Гаджи, наверное, все-таки, когда им подавили, немножко сбилось дыхание. В свою очередь, я думаю, что у Алишера очень сильно затекла правая рука, потому что он очень долго пытался сделать гильотину, и долгое время она не выходила. Ну, Гаджиев опускает руки, видимо, они у него устали. Или он пытается так на себя выманить... Соперник хороший лоу-кик, правда. Да, при этом сам бросается вперед, наносит лоу-кики. Уже не первый раз. Попадает снова по ноге по передней. Ну вот Алишер тоже бьет в размен.
Так. Пытается раздергать Магдиев своего оппонента, завести, заставить его идти вперед. И приглашает к себе. Давай, давай, иди сюда. Ну, а Самов никак не... Оба, пропускает. Попал. Хорошо, навстречу попал Стова. Нет, добить. Добить не получается. Так, ну что же будет дальше? У нас еще минута второго раунда остается. Ой, хорошо сейчас блокировал удар. И очень, мне кажется, ну и реально это больно было для Магдиева. Хороший бэкфист. Да, пытался уйти от него Алишер, но не получилось. Все равно попал. Ой, здорово, Уширу пробивает Магдиев. Ну, по крайней мере, по очкам в этом раунде, мне кажется, гаджет точно ведет. И вот еще одно очко, еще один удар. Ну, сейчас хороший опять левый боковой. Да, и он снова приглашает к себе, снова приглашает Алишера. Придет ли к нему на его вызов, откликнется ли Алишер. Но пока он отходит. Посмотрим, насколько эта тактика будет успешна. Здорово, снова показал, что будет драться в стойке. Сам нырнул в ногу. Ну, но Алишер сам... пытается набрать тоже очки, бьет по голове и попадает. 10 секунд остается до завершения второго раунда. Асамов здорово защищается. И рефери останавливает поединок, зафиксировав завершение второго раунда. Да. Мы идем в третий раунд. Сейчас мы увидим с вами продолжение этого захватывающего боя. Буквально через минуту. А вот сейчас мы смотрим повторы. Мы видим очень много технических действий со стороны Гаджи, который переводит Алишера на канвас. Но развитие атаки пока не дошло до добивания. Пока все заканчивается защитой успешной и выходом. На выходе Асамов, кстати говоря, не раз уже хорошо бил левый и правый боковой. Да, и... вот как сейчас, например, да, вот да, он и... попадает по голове. Гаджи набирает очки. Ну, я думаю, что в то время, когда вот он как раз пытался гильотиной задушить, неудачно гильотиной использовать против Рустама Магдиева, против Гаджи Магдиева, как раз я думаю, что правая рука у немножко подзатекла у него, и мощь в ударе, наверное, исчезла. Поэтому сейчас ему нужно делать ставку на какие-то другие вещи. Возможно, вот как раз-таки на тот самый лоу-кик попереди ноги, который он периодически выбрасывает. А вот третий раунд. Сразу же пытается сблизиться Алишер. Мне кажется, все-таки Гаджи как-то показывает свою мотивацию. Во втором раунде он точно совершенно бросался, просто выманивал на себя соперника и так далее. А сейчас, видимо, Алишеру секунды подсказали, что надо быть более активным. Он ныряет, прямо... ныряет в ноги очень заметно, но почему-то Асамов не уходит от этого прохода. А пытается сейчас вот у сетки поработать, как бы, но Магдиев сейчас взял по две ноги, взял, насколько я вижу, и пытается все-таки перевести. Оба. Переводит. Да. Переводит Магдиев. Да, да, да. Но при этом положение опять неоднозначное. У Гаджи. Алишер четко опирается о клетку и пытается работать своей правой рукой. Сейчас его Гаджи укладывает на канвас. Ложится сверху, пытается давить на него. Да, хорошо сейчас, кстати говоря, имеет возможность в таком уже в хауф-маунте находится. Секунданты бросаются на позицию бокового судьи, что вообще является тоже нарушением. Но вот опять Алишер выходит из нижней позиции. Снова в стойку. Бойцы перешли. И продолжают. О! Но при этом Гаджи снова пытается перевести. Вот он снова переводит Алишера в позицию на канвас. При этом позиция очень близка к той, которая уже неоднократно была. Алишер захватывает шею, голову, шею своего соперника и пытается его удерживать и душить. Но я думаю, что тут еще хуже ситуация, чем была во втором раунде. А вот сейчас вот ситуация неожиданно может измениться. Да, Алишер теперь сверху. Ну нет, снова он отдал позицию. Они снова встали. Да, отдал позицию и
Но Бредо он набирает очки, он бьет по голове своего соперника. Опирается на сетку, что разрешено. Но цепляться нельзя. Да, ну, скорее всего, Макдиев уже, конечно же, наверное, позицию эту не отдаст. Потому что долго ему, долго и тяжело шло, как говорится. Пытается Гаджи улучшить свою позицию, пытается забрать полное доминирование. Но Алишер чувствуется, что у него все-таки есть опыт, существенный опыт. И явно он пришел в эту клетку, скажем так, из любительского ММА. У него был опыт противостояния в борьбе. Ну и в августе он хорошо у нас выступил на серии, кстати говоря. Вот, и поэтому видно, что парень обученный, по крайней мере. Да, но несмотря на небольшой профессиональный рекорд. Но сейчас пропускает, конечно, неприятные удары. Локоть здорово использует Макдиев. И, да, в данном случае он хорошо работает левым локтем. Да. Терпеливо, тем не менее, сносит все удары пока Алишер Асамов. Ну и, по-моему, эффективно защищается. Сейчас он... А, снова Гаджи. Нет, сейчас еще с боковой контроль уже Гаджи доходит. Да, забирает боковой контроль. И пытается коленом. Но надо сейчас внимательно быть и рефери. Куда им наносят удары? Как вы знаете, удары... Нет, ну да, в бок нахуй наносит. Там сейчас хорошо было видно. Да, бойцы пытаются нанести урон друг другу. Алишер пытается занять какую-то позицию, как он привык уже, вязать руки или захватить шею, голову у Гаджи. Так вот, Алишер уже привычным ему способом через поворот на бок пытается выйти. Пока не удается, пока Гаджи наносит жесткие, да, удары локтем. Очень... Такой напряженный момент, но я думаю, что остается 20 секунд, и несмотря на то, что это очень было такое тяжелое противостояние, в общем-то, я так понимаю, что дело доходит до судейского решения. Если да, вдруг что-то резко не изменится за эти последние 10 секунд. Ну вот буквально за 10 секунд бойцы должны стараться набрать как минимум как можно больше баллов, нанести как можно больше ударов. Последние секунды. Вот, бой заканчивается по времени. Бойцов разводят в разные углы клетки. И теперь мы ждем судейского решения. Да, ну, скорее всего, мы понимаем, что именно Гаджи Макдиев одержал победу в этом противостоянии. Потому что в большей степени, конечно, он контролировал бой. Вот. Но посмотрим, что, конечно, посмотрим на статистику, судьи, да, посмотрим, да, на решение судей, самое главное. Да, безусловно, именно они принимают решение, а не кто-то еще. Все остальное – это наши... Просто мысли, наши домыслы, наши предположения, да, наши комментарии. Это очень важно подчеркнуть, потому что часто бывают какие-то события, которые происходят в бою. Комментаторы некоторые говорят, что вот так вот произошло, а потом выясняется, что, оказывается, все было совсем по-другому, и судья был прав. Поэтому всегда ждем решения судей. Всегда ждем, да, но при этом субъективная камера рефери – это еще дополнительная, да, страховка, дополнительный независимый взгляд. Видео, абсолютно верно. Бесстрастные видеокамеры. Согласен полностью. Сейчас у нас... Интрига. Да. И в четвертом бою сегодняшнего вечера единогласным решением судей... Это очень важно, не так. Победу одержал боец синего угла! Гаджи Макдиев, представитель клуба Ям, ну, справедливо выиграл. Не напрасно он улыбался сразу после боя. Справедливо выиграл, справедливо хорошо выступил. Ждал победы. Ну и Алишер показал себя крепким парнем и жестким бойцом, который готов сопротивляться и готов сражаться до последнего. Да, это Владимир, давайте пожелаем ему удачи в его профессиональной ММА-карьере. Да. Бой был трехраундовый, бой было много хороших, интересных моментов. Мы сейчас увидим повторы наиболее интересных моментов. Я думаю, будет интересно зрителям еще раз посмотреть самые острые моменты. Ну, а Гаджи не успевает сказать какие-то пару комплиментов, видимо, нашим рингерс. Они тоже улыбаются. Итак, мы смотрим повторы. С самого момента выхода. Ну да, вот
мне кажется, нужно было продолжать, конечно, сейчас ты повторе смотришь, можно было продолжать, конечно, вот эти моменты с... Ну, было много моментов, когда хотелось развития, которого не случалось. Хороший Бекхи сейчас пытался нырнуть удар, но здорово попал. Ну, Магдиев провел в целом бой более полноценно, более грамотно, что ли. И с разным, разнообразием, да-да-да, с разнообразием. Инструментов победы, скажем так. Да. Но, тем не менее, победу не завоевал. И при этом единогласным решением судей, что важно. Да. И вот, наконец, рука поднимается у Гаджимова.